Ну, программа, которую я предлагаю на сегодняшний день, и она достаточно емкая, и она помогает переписать сценарий, вообще переписать сценарий всей жизни и создать себя таким, какой я есть. И первый курс, который вот у нас включается в марте месяце, это работа с первым этапом, это работа с осознаванием себя, кто я. Это работа с пониманием, какие роли я играю в этой жизни. Я даю техники, как, по большому счету, первый этап – это генеральная уборка. Потому что для того, чтобы понять, как я хочу оформить дизайн квартиры, сначала надо выкинуть все то лишнее, что у меня есть. И это будет первый этап. И первые инструменты, которые я дам инструменты для генеральной уборки. То есть как можно убрать какие-то вот поверхностные, достаточно серьезно меняющие, мешающие проблемы. Да? Это рабочие инструменты, их можно использовать для саморегуляции, для самостоятельной работы в одиночку, но они требуют, правда, работы. Ну, любая уборка, генеральная тем более, она действительно требует какого-то ресурса. Вот. Поэтому это будет интересно тем, у кого действительно есть мотивация получить какие-то изменения. Потому что все инструменты, которые я даю, они рабочие, они опробованы конкретно на самой себе. Поэтому это будет обучение техник. Я дам структуру личности, объясню, в какие этапы жизни, какие травмы, какие шаблоны модели поведения у нас формируют. Ну, я уже говорила, будет инструмент для того, чтобы с этими травмами, эти травмы можно было позакрывать. И я дам методологию. Вот чего в основном нет в психотерапии, это методология. То есть как можно поэтапно, закрывая шаг за шагом, проходя ступеньку за ступенькой, закрыть. Да? То есть, ну, если у вас на крыше полетела черепица, ну, можно прыгать, закрывать черепицу. Закрыл в одном месте, она посыпалась в другом месте. И во многом психотерапия именно так и происходит. Да, у меня возникла проблема, я прибежал к доктору, мы что-то решили, вроде бы закрылось, через какое-то время начинает вылазить другое. Вот. И я даю методологию. То есть, как можно поэтапно закрыв, да, то есть, если черепица сыпется, то надо как минимум знать, почему. Это проблема только крыши, либо это проблема фундамента. К сожалению, мы как дома, как дом, да, если брать метафору дома, у нас у многих, да, я уже не говорю слово у всех, вот, на самом деле у нас у многих огромная проблема с фундаментом. И поэтому для того, чтобы грамотно проводить ремонт в квартире, надо поставить фундамент, надо проверить, все ли у нас со стеночками, надо выбрать дизайн-проект, выгребсти весь мусор, который нам мешает, и уж только после этого нам надо разукрашивать стеночки, да, и клеить обои. Вот. Это если мы говорим о той квартире, в которой мы живем на сегодняшний день. Это первый шаг. Вот. Следующий шаг – это уже будет про то, как нашу трешку, двушку, однушку, да, сделать там коттеджи, сделать еще чем-то. Но это уже следующие конкретно шаги. Для начала надо навести и сделать комфорт в том доме, в котором я живу сейчас. И это очень важно.